И в завершении выпуска в Санкт-Петербурге нашли новое применение обычным булыжникам. Врач-стоматолог Валентин Смирнов свободное от работы время посвящает жонглированию камнями. Благодаря короткометражному фильму «Уроки жонглирования булыжниками» увлечение парня вызвало большой резонанс в интернет-пространстве Якутии. В арсенале у Валентина 3 2-килограммовых булыжника – Аркадий, Геннадий и Владимир, а также плюшевые дубликаты камней. Молодой человек преподавал уроки жонглирования жителям разных регионов России и зарубежья. Также учитель-жонглер Валентин Смирнов. Смирнов умело читает стихотворения на якутском языке. Наверное, многие жители республики благодаря социальным сетям уже слышали о странном жонглировании булыжниками. Деятельность Валентина, врача по профессии, вызвала большой резонанс в интернет-пространстве Якутии. Благодаря короткометражному фильму «Та сторонан барагы юэрага» или в переводе «Уроки жонглирования булыжниками». Это видеосборная. В фильме показан материал, начиная с 2013 года. Именно тогда учитель жонглирования булыжниками и начал воплощать в жизнь свою детскую мечту. Найдя подходящие булыжники, Валентин начал тренироваться и уже потом, набравшись опыта жонглирования, добавил в свои выступления ноту межкультурного общения и дружбы. Кобак, барахсан, куатан, ихамин, икай, ойор, выхагар, утуя, сытабын. Следует отметить, что мастер манипулирования предметами знает стихи не только на якутском языке. Валентин преподавал уроки жонглирования как жителям регионов России, так и зарубежья. Его перформансы направлены не только на воспитание толерантности. Также проект агитирует людей придерживаться здорового образа жизни и отказаться от вредных привычек. Жонглирование камнями помогает держать себя в хорошей физической форме. Один такой камень весит около 2 килограмм. Булыжники-то непростые, можно также ударить, чтобы пошла искра и загадать желание. В арсенале у Валентина 3 булыжника. Тяжеловес Аркадий, Геннадий и Владимир. Также вот такие плюшевые прототипы камней. Планов у жонглера много. Самые ближайшие – это перевод авторского рассказа на якутский язык и поездка в Америку со своими арт-объектами – булыжниками. Дорогие якутяне, с добрым утром! Ютюэ сарсердана! Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Лидия Андросова, НВК Саха, Санкт-Петербург.